Яркие выставки и лекции приглашает посетить контора пароходства. Одно из событий – выставка «Кто не спрятался». Художницы Екатерина Пухова и Рита Софт через яркие формы исследуют границы и сохранение связи между фантазиями и реальностью. Экспозиция составлена из инсталляций и картин художниц. В центре зала размещена инсталляция «Ветер перемен». Живая композиция звучит и движется, вдохновляя зрителя на новые свершения. Сама выставка, она вообще посвящена теме эскапизма. Это процесс избегания неприятности или реальности. Я думаю, у всех нас в жизни случаются неприятности, различные проблемы, от которых хочется укрыться, укутаться в одеяло или начать смотреть марафон сериалов. И как раз-таки эта выставка, я думаю, она подходит для всех за счет того, что она старается предоставить вот это пространство для эскапизма, для того, чтобы сбежать от проблем. Но при этом все же, если углубиться в работы, ознакомиться с ними, можно заметить, как художницы стараются нас подтолкнуть обратно в реальность, потому что все же важно сохранять контакт с реальным миром и разрешать проблемы, которые заставляют нас бежать от жизни. Экспозиция представляет собой место, где зрители могут отдохнуть от большого мира и погрузиться в детское, свободное и наивное. Окунуться в мир творческих впечатлений можно ежедневно, до 28 января включительно.